Производящая более 6 миллионов пар обуви в год, компания YDS – самый крупный производитель спецобуви в Европе. YDS – это доверие и надежность, поставляемые из Анкары по всему миру. Компания YDS с самым продвинутым в Европе и на Среднем Востоке парком оборудования экспортирует свою продукцию в 52 страны мира и предоставляет свои услуги военным и промышленным предприятиям Европы, в первую очередь вооруженным силам Турции. Производимое в соответствии со стандартами ЕС и НАТО, военное и защитное рабочее снаряжение марки YDS закупается многими международными организациями. Одна из важных причин доверия к компании YDS – это лаборатория YDS Technotex в составе предприятия. В этой исключительной по своим характеристикам независимой и единственной в своей области в Турции лаборатории синтезируется сила труда и научные знания. Благодаря испытаниям на ударную прочность МСК предотвращаются потенциальные повреждения вследствие падения на ногу 20-килограммового предмета с расстояния 1 метр. А с помощью испытаний на компрессионную прочность снижается эффект от давящего на ногу тяжелого предмета. Благодаря этим испытаниям обеспечивается и надежность продукции, и защита здоровья пользователя. Обувь из мембранной ткани Gore-Tex обязана в любых условиях обеспечить непромокаемость. С этой целью через каждые 500 тысяч шагов на имитаторе ходьбы производится замер степени водонепроницаемости. Также по завершении производственного процесса обувь проходит испытания в центрифуге и следом, применяя высокое давление на внутренние слои, проверяется непромокаемость. Детальную проверку на водонепроницаемость проходят все кожаные и тканные материалы, используемые в производстве спецобуви. В результате этих испытаний гарантируется 100% водонепроницаемость всех компонентов. Результат – поставка надежной и долгосрочной в пользовании продукции. Ни у одной из более чем 20 миллионов пар обуви не возникло отслоения подошвы. И это тоже причина роста доверия к марке YDS. Компания YDS первая начала поставлять вооруженным силам и правоохранительным органам Турции спецобувь с литой подошвой. Подошва тестируется на отрыв, и благодаря этой технологии обуви придается особая износостойкость. Часто громоздкая подошва утяжеляет ходьбу и создает неудобства. Однако обувь марки YDS производится с применением технологии DDR – резины удвоенной плотности. И подошва проходит испытания на абсорптивность, в результате чего получается крепкое, как альпинистское снаряжение, и удобное, как спортивные кроссовки, обувь. Кроме того, благодаря тесту на прочность подошвы создаются одновременно крепкие и гигиеничные ботинки. Во время испытаний спецобуви на устойчивость к самым сложным условиям также проводятся тесты на сопротивление скольжению. Во время этих испытаний измеряется сопротивляемость обуви скольжению на таких поверхностях, как сталь, фаянс и лед, гарантируя пользователю устойчивость. Ставя целью защиту жизни наших клиентов, испытания проводятся как для армейских ботинок, так и для рабочей спецобуви. Люди, предпочитающие марку YDS, покорители сложнейших обстоятельств. Поэтому YDS производит экипировку для любых климатических условий. В процессе испытаний на максимальную и минимальную температуру главная цель – защита ног в любых условиях. Во время испытаний при температуре от плюс 300 до минус 40 градусов по Цельсию проверяется степень повреждаемости продукции. В результате пожарники или сталевары могут пользоваться износостойкой обувью, одновременно защищающей их здоровье. Также в лаборатории YDS Technotex принимаются меры защиты от статического электричества, наносящего вред как пользователю, так и окружающей среде.
В результате выпускается защитная экипировка, подходящая для людей, работающих с электро- и электронными приборами, и работников газовых станций. YDS защищает ваше здоровье, предлагая крепкую, устойчивую к поту продукцию из дышащих материалов с гибкой подошвой. Поэтому испытания начинаются еще на стадии закупки материалов. Предпочитаются кожаные и тканные материалы повышенной прочности. Исходные материалы проходят проверку на устойчивость к температуре, трению, влаге и прочим внешним воздействиям. Таким образом, у готовой обуви и текстильной продукции до минимума снижаются возможные повреждения от стирки, потения и выцветания. Также, являясь самым крупным производителем промышленных тентов в Турции, IDS здесь уделяет максимальное внимание качеству продукции. Промышленные тенты проходят испытания на непромокаемость и огнестойкость. Параметры тентов, производимых в соответствии с потребностями, измеряются согласно условиям применения. Гигиеничность и стойкость продукции марки YDS поддерживается в лаборатории YDS Technotex. Баллистические защитные очки производства YDS проходят полную проверку качества. Проходя испытания на устойчивость к высокоскоростным ударам, царапинам, запотеванию, а также тест на сектор обзора, защитные очки в любых условиях обеспечивают максимальное поле зрения. Каждый год на фабрике YDS более 3000 пар обуви уничтожается для проведения испытаний. Лаборатория YDS Technotex укрепляет доброе имя YDS, которому доверяют миллионы смелых людей. Чтобы вы, герои наших дней, могли утверждать «нет ничего непреодолимого», представляем вам надежного спутника, который поможет справиться с любыми препятствиями.